В Баренцевом море в районе острова Кельдин спасатели северного экспедиционного отряда Росрыболовства пришли на выручку экипажу сухогруза под мальтийским флагом. С заглохшим основным двигателем судно, потерявшее ход, приближалось к берегу. Когда на место прибыл буксир, аварийный транспорт уже запустил силовую установку, но сохранялась угроза выброса его на мель. Заполярные спасатели сопроводили сухогруз к месту стоянки на рейде Кольского залива.